Let me tell you something you already know. Многие наши бойцы не могут убежать. Много сил тратят на тейкдаун и люди с этой партией. Когда переводят американцы, у них школа тренировки. Спартеров вставать. Как у нас перевод, так будет вставать спартеры. Они очень легко встают. Их можно легко переводить, но они очень быстро встают спартеры. Для этого многие бойцы наши ошибки делают. Сейчас покажем один из моментов. Вот повалили, соперник дам, вот взяли соперник. Потом начинает вставать. Пока он не начал, вы должны закидывать левую ногу. Забираете его ногу. Вот, кидаете вперед, чтобы он вперед шел. Здесь сетка, сзади вы. На ту сторону не пойдет, потому что у вас упор будет. Здесь. Вот. Сзади. Вперед, отключаете в кисть. Вот. Собрали на треугольник его ногу. Кидаете вперед. Вот задавили его. Смотри сюда. Здесь сетка, здесь моя рука задняя, он должен только вперед двигаться. И вперед он будет двигаться, если я разлечу. Вот. Изменяет его на плечо. Полечка. Взяли руку, обязательно эту руку держать. Все, крест-накрест. Его левая нога и правая рука отключены. Грудью вы давите его спину, бок. У него осталась одна рука и у вас одна рука. У него он должен хватать мою руку, чтобы я его не бил. Вот, я забираю, начинаю бить. Если он будет слишком хватать за перчатки, он может просто пальцы засовывать за перчатки и держаться. Но вы можете, чтобы он вас не держал, можете локтями бить его. Вот локтями бьет все время у вас в ухо. Сюда, сюда. Самое главное, чтобы отключили его кисть. А сюда. Отключили кисть, отключили ногу и лежите на ноги. Можете вперед зайти. Вот он поднимается, вот смотрите. Вот, идет куда-нибудь. Вот, и бьете. Вот, я его убил. Не останавливайтесь, не останавливайтесь. Все время бьете. Вот, приземляйте обязательно на плечо, чтобы у него упора не было. Вот. Его задача вытащить вот эту руку. Вот эту руку вытащить. А вот пока он будет сюда отвлекаться. Вот вы будете его бить. Вот, попадаете. Вот, ногами держите его ногу. Тазом давите на него. Грудью давите. И все вперед. Все, финиш. Все. Собирайте ногу обязательно. Собирайте ногу. Обязательно надо на треугольник ногу Ставим то же самое.